Девушки, извините, они что, от вас штраф хотят? Мы ничего не хотим, просто проверить. Мы сами граждане хотим, чтобы прочистые оплатили, как у себя дома. Девушки, а что у вас не так? Ничего. English, English, please. English or Arabic. Sorry, this is a ticket inspector. What does he want? We don't know. Билеты проверяем. Проход. He says they are looking for a ticket, for your ticket. Yeah. And he wants to take from you a fine. What? What does fine mean? Are you sure you're translating right? Объясните, что каждый должен ходить по билету, и надо просто ей пройти и оплатить, и все, больше ничего. И себя же они в стране же оплачивают метро. А вы знали, что они вам могут паспорт не давать? А мы ничего не просим. Вы спросите у них, мы что-нибудь спросили у них? У них ничего не спрашивают. Girls, come over here. Come over here. Come over here. They are very ugly, I say to you. They are ugly and in metro and in the ground public transport. They are holding and using the police. Where are we going? Go over here. Yeah. Do you have a translator? If you Yandex. From Russian to English, yeah? Штраф. Штраф. A fine. Why? For without ticket. Почему? Yeah, so what do we do? You taken for your troika and they are stopped you. Yeah, so what happened? You need. What should we do? You need to go to other entrance. Where other entrance? Why? We will not allow to proceed in metro. We don't understand. Wait, we're gonna call some more Russian. What are you doing? I'm just calling someone to translate. What happened? You should tell us what happened. What happened? No, please. It's a control, ticket control. Yeah. They will not allow so easy to let you go in metro without your pass. Metro? No, with them, no. They, with who? I want to show you other entrance of this station. Please.
Where's your friend? What the hell? Can you show me where? Where's your friend? I can't leave you. I can't leave you without your friend. Dear guests of Moscow, if the ticket inspectors show excessive interest in you, never give them your passport, and just leave the metro station or from the bus. Ticket inspectors are not police officers, and they do not have the authority to detain passengers by force. If you do not give them a passport, they will not be able to issue you a fine. Откуда я знаю? Не смотрю, вы с ними общались. Для того, чтобы нас фотографировать, вспомнили? Допустим. Моя задача, главное, чтобы вы полномочия свои не превышали. А мы если превысим. Мы же у них только проверили. Они проходы. Иностранцы. Мы не могли с ними разговаривать на иностранном языке. Они не знают по-русски. А вас что, на космонавта Волкова не обучали? Английскому языку? Да. Что, обязан и не обязан обучать? А в соответствии с каким законом не обязаны? А что, думаете, обязаны? Это транспорт общественный, здесь много кто пользуется. Я говорю, думаете, обязаны, да? Ну, допустим, не обязаны. Не обучают. Это элементарно, чтобы с ними, знаете, так вот разговаривать, как вы свободны на английском языке, мы не можем. Жесть вообще. Приходите к нам работать, будете общаться. Спасибо. Так, ну вот тут снова встретили наших героев труда. Вот, полиция ничего не делает. Ну и, соответственно, меня никто не трогал. Меня узнали опять. Ой. Я из группы по спасению пассажиров, вот называется «Долой беспредел контролеров». Ага. А что ты делаешь? Спасаем пассажиров от выписки штрафа. В метро, в наземке. А за что за штрафы? Ну, за безбилетный проезд и за чужие социальные карты. Спасаете. Как они говорят, вмешиваемся в их работу, что по закону Москвы наказуемо. Но если не дать паспорт, то просто штрафа тупо не будет. Ну вот. Больше информации вы найдете вот у нас в группе ВКонтакте «Долой беспредел контролеров» и на канале «Заяц Безбилетникович». А по электричке ты перебегаешь и все? Не, мы вообще против перебегов всяких. Важно только поставить себя в позицию и не давать билеты в руки, не чиркать, не давать, чтобы чиркали на них ручкой. Так как вот от ЦППК есть официальный ответ, что кассир-контролер может по просьбе пассажира не ставить галочку на билете.
Ну и социальные карты тоже вот, их нужно беречь. Вот любой вид, студенческий, школьничий и, конечно же, льготный. Ну, просто были уже и бывают случаи, когда их изымают. И через 3 дня вот в Мосгортранс, вот на Лубянку, приезжают, паспорт показываешь, и все, законный владелец этой карты забирает ее. Вот. Так что вот есть железный аргумент, зажим такой для транспортных карт, для социальных, вот, чтобы никакой контролер их не изъял и не захапал. Вот. А вот с бумажными билетами на электричку все проще. Просто в целлофановый пакетик засовываешь и просто показываешь из рук. Никто не проколет дыроколом, не чиркнет ручкой. Вот. Спасибо большое. Да не за что. Удачи. Взаимно.